Сэкономлю, Понял? простите, пожалуйста. Клята мышка. Че, 10-го нету? Пойду, пойду, возьму. 10-й бая. А. Он типа смонит. У кого еще нет? Вайда. Я тут уже. Ну, я конкретно про пустоту. А это что такое? Это наш скип. А-а-а. Кого еще нет? Вот. У меня. Это типа до мороза также можно? Конечно. Нихуя себе. Будет очень сложно. На смотрителе сумманем. Чтобы он не ебал нам тут мозги на трэше. Да. Вот этом первом. Дальше уже, может, пойдем с ним. О, может быть, сразу прибежим, а потом только суманем на лас... на этого? Я так и сказал. Да, я просто отходил, извините, пожалуйста. Нет, я прошу. Извини. Когда зелье пить? Сейчас или когда скажут? Вот здесь вот. Там точно мобы не убьют, типа, наверху никогда не пойдут? Не юзай ничего. Поднимет. Если ты ничего лишнего не кастанешь, не юзанешь, то все будет хорошо. Так, погодите, сзади готов, почему не готов? А мимо я мобов... Так, бегите, я пока соль насыпаю в томат. У меня есть синвиз свой. Покажите мне, как что-то я хуй знаю, блядь. Кто-то пробегает. Мы все стоим в одной точке, где сейчас звездочка. Потом он пускает ДБМ. На последние секунды ДБМа мы прожимаем инвиз и идем в комнату, куда мы на лестнице выходим на самый верх ступенек и встаем с краю. На лестницу. На атаке. Кто? Пет. Ну и все, я жить не хочу, парни. Имп. Имп кастанул. Имп не может кастовать, я уже бегал с ним. Я видел, он сейчас кастанул и нас выкинул. Блядь, смотрите, как я показывается, томат мне спас жизнь. Я не хочу. Аля, я тут. Ну все, значит, будем на морозе чистить. Ошибки бывают, пара, все нормально. Так. Тут ничего не поделаешь с этим. Брейн лаги случаются. Хуйня стоять. Зато можно собаку вызвать. Оп. Блядь, может еще трэша лут попадет. Колечко какое-нибудь. Бафайте. А можно, да, стой? Бафы. Ух, надо это выключить. Ща помечь патрульно. Его не стули. Брейн лаг рабочий, все будет. Иван, я люблю тебя, спасибо. Ваше здоровье, Иван. Прием. Иван, шарик. А мы сейчас не настолько сильны, что можем просто ворваться с ноги туда, наверх. Мы не сможем. Думаешь, я просто спрашиваю, я не знаю, может попробуем? Не хватит нас. Мне кажется, хватит. Да, пробуем. Дай столик. Ты предлагаешь через диван? А, даю столик. А, можно через диван. Блин, или через камень. Но я могу в точке пробежать. А, под нитротапками. Я могу тоже под детеранса пробежать, притвориться. Алло. Давайте на кого-нибудь из пистов. А, это... давайте на фобус, он под детеранса. Я сам пробегу, да, я сам пробегу, мне на помощь. СС дадим. Че, все, на фобуса кидаю? Нет, что здесь, что на меня, зачем? Я и так выжил. А, давайте на фейсе. Кого-нибудь еще возьмите, кто может. Я уже фейса кидаю. Я похмеляюсь. Ну, Петр, бейте, пожалуйста, блять. Хоть в этот раз. Что мы делаем? Так. А, первый бежит Паузер. Ну, навряд ли, потому что я сейчас похмелюсь и спать пойду. Я тебе, блядь, спать пойду. Не надо, мне скинули Инстаграм. До самого кладу потом. Паша, блядь, это того двухметрового транса, блядь, не может быть. Да, блядь, это не впадло. Короче, тихо, сейчас это... Бежим в ступеньки, лайпаемся, на мне камень висит. Я рису вас. Давай. Короче, я ничего не обещаю, но посмотрим. Если разыграется настроение, то поехали. Фобос на пул давай и пробегай прямо туда далеко, чтобы в паузеры все бежали. Паузера на пул? Да, и беги туда, нахер собирай всех. Вы... А что, вы пулите, да, или бежите мимо? Все, лок побежал.
Живем, парни. Ну мы живем с Байком. Я только сейчас в комбат вошел. Байок, пожалуйста. Так, вы сейчас тут слуга с. Ой, пап. Ты бежал, да? Я живой. Это дотка только убивает. Бля, тут патрульный. Ебаный ты сосак. Да нет, вроде нормально. Нет никого. Так, ну мы с, наверху с Байком сейчас можем Майка поднять. Тут еще бежит. Что за шкет? Ну ты сейчас это... Патрульный такой идет. Тебе надо как-то... Не знаю, куда его идти. Что это ты делаешь? Засекли, блядь, орка ебучего, блядь. Как ты засек, тварь? Давай, кончайся уже. Я, блядь, точно наебу, смотри. Оба! Ну, Паш, ну тебе не время, блядь, заебал, ну нихуя тебя не отстанет, блядь. Почему? Я ж могу его законтролить, блядь. Ой, бля. Тоже все законтролил. Да я могу в овцу и все, и все. Почему все пришло все так хуево? Давай, добри. Фейс, вставай, масрез, погнали. Так, куда этот... Так он сюда идет. Да какого хуя этот моб тут делает, блядь? Не понимаю. А, он сейчас должен свалить куда-то наверх далеко. Какой? Печенька? Печенька ходит туда-сюда. Она далеко не уходит. Да мы его несколько КД вообще эту печеньку не видели тут. Угу. Было дело. Сейчас она поднимается вверх по ступенькам. Бал, она хватит сюда, блядь. Женщина. Но она уже нормально так ушла. Тот момент, когда я блядь. О, все, давай, вставай. Что сейчас она? Идеально, она свалила. Назад. Баба, она походу один, или да? Нет, не подходи туда близко. А, кстати, забейте, мы с Ваней ходили играть один на один в КС. Давай. Мне больше кажется, когда мы 2-2 пошли играть в КС, блядь. Ну, да я там был красав, и один на один был красав. Все, весело. Кого достал? В угол забиваемся, как эти. Сразу же шкаф ставлю. Тык-тык-тык. О. Опа, здорово. Так, кого? Ревун? Конечно, Ревун. Мы с поэтому боевой готовности ждем сумона. Паузер. Тык-тык-тык. Давай, да, сумон. Тык. А, он тут. Мобы. Всем интеллекту, да. Этот ебаный кружок. Давайте, идите его. Блять, каст 2.6. 2.6, я нахуй. Вообще законно. Так. Все получили мусорное ведро на голову. Отъешьтесь. А, этот. А, нормально. Хорошо, поставь столик, пожалуйста. А, даю, пожалуйста. Аня, 5 секунд. Какая ты тебя польза была? Сурово. Так, в этом, в бою. Разворачивай их нахер. Фобус на пул. Все подумают. Так, раз мы пойдем на дело, нам нужно этот, знаешь, первый часипак. То патрульный убей тоже. Фобус. От нас нет. Сколько раз говорил, на левом краю не стоять. Да? Не, ну гляньте, бля. Ой, бля. Бля, это твой. Секундочку. Стан можно дать, да? Я доволен.
Я с моей уешки сду, ну блядь. Аккуратно. Где я? Сейчас, тоже... следующий. О, бей. Он тут левый пак. Не бей его. Не трогай. Я сейчас могу привезти вот, вот этих вот пацанов. Надо? Не надо. Ну они же в любом загрятся. Не надо. Мы сейчас налево пойдем, на токены. А, хорошо. Да так просто, почистить. Шлите налево. Бля, блядь, больно, слушай, а. Никого не пиздим, не уезжу. Я приведу только вот этих, которые как впереди. Чтоб сразу уйдет. Шлите сразу до призрака. А, да? У нас Паладин без маны пошел просто. А, Паладин всегда без маны, но когда его хилят, он резает его. Ван, когда бьют. Когда хилят, нет? Когда бьют. Когда хилят. Когда уклоняюсь, когда блокирую. Понял, Иван? Это вот он ни хера не блокирует, не уклоняется, раз у него нет. Так, все, встаем. Давайте его бьем. Давайте. Фобус мега на пол. Мега не мега, но что-то они как-то у нас... Надо его заводить, потому что... Паузер. Да. Ты глянь, секи, как сейчас дам ему сало. Ой-ё. Где? Где? Ты 4 уешь, нормально, кстати. Купи 100. Че? Наш по всем раскидывает ту хуйню. Ага. Ой, блядь. Бейте, давайте бейте. Дальше пойдем. А что я делаю? Зачем я это делаю? Ваня, работаем по старой схеме. Я тебе приведу. Ой, какой мне, Ваня? Пауза. Обус, это моя задача, бля. Бля. Че, где бьем? Ты че могу нахуй? О, ох ты ж, ты прыгун. А я маги че могу? Оп! Оп! Но все равно, все равно. Уже драка идет, блядь. Войда зашильте. Ой, ой, ребята, смертельный номер, смертельный номер! Он мне Чапалах выписал, блядь. Ты че спрыгнул? Да он мне, блядь, как дал за трещину, я охуел просто, блядь. Это смертельный номер был. Я в полете сдох. Ну чё, я не зря Ваню одевал. Пускай дамажит, блядь. Ну, одевал, блядь, он. Я возлагал на него столько усилий и надежд. А он их не оправдывает. Ваня, стараться лучше надо. Ну чё такое? Паладин, танк, чё такое? Блин? Это ж не ДК, это 4. А что не так? Да они агро ни хера не держат. Нет, я только одним тризодом нормально видел. Да он заряжен. Ваня. Знаешь, такое чувство, будто лужа это не светлая магия. У тебя омен стоит? Стоит. Видишь, что срываешь? Поменяй таргет, блядь. Прожи раскол, блядь. Я в омене вот... есть режим ауи. Это весь на скомоте, сколько ага. В омене режим ауи это как? Я хочу такой режим.
есть в этом Луи. Я и есть режим. Это флешбеки ловлю. А чё, резать никто не будет? Так, а так мы в бою. Не понял, почему. Я не понял. Скорая помощь приехала. Ва-я-зна! А где мы в бою? А я глянул сорвали. На друиде кто-то. Висит какой-то пидор. Осуждаю. Это не пидор. Это было сейчас сурово. Тоже на нем висит? Блять, неужели с комнаты кто-то? И вот только когда Дудя посмотрел, узнал, что фраза из фильма «Ширли Мэрли». Смотрели же этот фильм, да? Все? Конечно же нет. Типа фраза, типа, этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует. Что тут дело не в членах, как в детородном органе, а речь идет про матрешки с портретами членов ЦК КПСС. Членами партии, блядь. Я думаю, вот это нихуя себе. Ну а пидор тогда тут при чем, блядь? Ну он типа пидор просто, это чем? Это потому, что, потому что выебывается сейчас. Ага, вон, блядь, моб стоит, блядь, он танцует. Он стоял. Продавал матрешку член ЦК КПСС. Слушай, ну это интересная информация, блядь. А я тоже не знал. А вот так. Я думал, речь про деревянные члены идет как... Типа, как... Прямом, да, типа с дилдо, нахуй. Деревянные, я прикину, как так, нахуй. Оказывается, мы тупые, блядь. Это задумка, блядь, автора охуительная. Блин, причем Химки, это еще и команда есть такая. Веселая, хорошая. Да. Баскетбольная, блин. Чё там за моб такой, блядь? Жирный какой-то, да? Да! У нас в Минске есть команда, называется Динамо, по-моему. Или нет? Ну, почему-то мне кажется, они имеют какую-то связь. Смоки Минск. Я всегда думаю, чмоки, блядь. Смоки. Почему чмоки? На паузере хуйня какая-то висит. И у них эмблема дракона, нахуй. Ебать. Правильно, вы где? Я вас потерял, да? А что, вы резать не можете? В натуре а дракон. Еще моб, нихуя. Моб дракона. Кто был не тот моб? Вот он, этот пидорас. Твои стойки, блядь. Не могу найти слов для этого ебаного пидораса. Блин, кстати, я не знаю, видели ли вы, но Близзарды, короче, в последнем обновлении замутили, поменяли половину девушек, проституток из Каражана на мужчин. Да. Я и ночью. И они даже переименовали их. Да. Типа вот этих лестниц, да? То есть мы, получается, на эксклюзивном проекте играем, да? Можно шлюх наблюдать здесь. Самое интересное, что они... Вот квест Вунгора... Нет, от этого... Торга подкастил. Я вот этот квест делал один раз. Там... Где ты помогаешь челику убивать, типа, спасать девушек. Ну, это отсылка к Дон Кихоту. Ну. Типа, они его вообще удалили, нахуй, этот квест. Или как-то там... Он там есть, теперь людей есть. Надо спас. Ну, типа, что там. Короче, хуйня. Раз... Нет, там поменяли квест. Так, блин, они же девушки ему по роже давали каждый раз, когда он их спасал. Ну, блядь. А там, типа, драконов надо убивать. Типа. Ну, я знаю, я делал квест. Классный квест был, конечно, не стал. Прикольно, ну, такой. Катишь на коней, пинаешь. Что-то вообще в мире какая-то хуйня происходит. Властелин колец с неграми собираются делать. Это же вообще пиздец. Толкин бы не стерпел. Толкин бы вообще там взорвал бы их нахуй. Толкин бы в гробу перевернулся, даже так скажем. Мне кажется, он уже перевернулся. Или еще что похуже. А кто читал Сильмариллион? Я читал. Нормально, годится. Все, конечно, прикольное, но надо пережить это, когда представляют, кто кому брат, друг, товарищ и корм. Mm-hmm. Я танка почти перегонял, охуели, бля. Да.
Пауза бахает. Пиу. Хватит, хлопцы. I'll be back. Куда? Ты? Спросил у этого боя, где он там жил. Кого? Еще минут через 8 будем уже босс. Можете их пару секунд, да? Я пару раз по ним дать плюх. Нормально. И за сколько нынче покупают кары? За 30? Ты скажешь. А смотрел кто-нибудь фильм с этим? А что здесь стоит? Варяг, то ли как он там, блядь, викинг. Русский, который. Викингов нет. А, спасибо, что второй с пули. Ты дал вихрь там. Дайте БР кого-нибудь. Финансу, хилу. Залисун горесу. Да, мы все равно вайпнемся. Я хилю, вставай, я захилю тебя. Не надо. Не вставай. Того, чтобы резать нас. Да, да. А, ну встанет потом. Сам это не отменился еще, да? О, сейчас он. Нет, висит. Какашка желает, бля. А как кундель. Вставай, вставай. Да еще тело надо. Знаешь, какой я называю? Маслесом вас или как? Я маслес. Ваня, называй меня шлях. Какашка? Шлях это... Путь. Шо тебя шлях трахнул, но да? Ну, у меня просто бухло с названием шляхетское. Паша, ты, наверное, тут зимбуру пьёшь, блядь, самую дешманскую. У меня какое-то слово созвучное приходит на... Ну, к слову, шляхта — это польское знать. Это белорусский тоже язык. Как бы ты же не путаешь, что у нас больше общего с польками-поляками, чем с Россией. Больше с Украиной. Ну, типа этого, если идет культурных и языковых особенностей. Ты вставай там. Я здесь, я здесь. Что за пиздец-то? Шлях, блядь. Шляхтич. Шлях. Сейчас я подбейте, я сейчас пойду. Мне перевернуть надо в клёцки. Клёцки? Ты хомол. Давай, давай, давай. Тут, там, вот тут вот, вставай. Вставай вот тут вот, блядь, вот возле статуи. Хуйня, так
блядь, одену мага. И шо буде? Хуй его знает. Хуй не знаю, він в землі. Я не понял, а чё, мы в одного этого, что ли? Хила идём? Не, ты шо, у нас их пять. Пена. Пенатыч. Пенатыч, просто пиздец, смотри. Ну, это пока что, на трэш. Там, наверное, за нас всех ненавидит. Я в БФА ключи на друид не хилил. Я не знаю, я всех ненавидел абсолютно. Я думаю, тут такая же ситуация. Какие ты ключи там хилил? Ты говоришь, левел имеешь что ключей? Ну, максимально 22 ключи закрывал БФА. Який? 22. А-а-а. Ну, это типа, не, конечно, киберспор, ничего. Не, ну просто чисто, щоб ти знав, там в БФА танки, блін, хіляли менше, чим хіли. Особенно ДКшники, вони там так, хілів змінювали. ДКшники, да, їх вообще хілити не надо. То, що получил, сразу отхілив. Пен, ти говориш, що, типа, Дза говорив, що один захілив робота? Я думаю, рисковать. А він цього разу захілив. А почему мене каз кудись план кинули? Нікому її не кинули. Інтересно. Ара, ти куди, ёбрасуто? Куди? У тебя нет регов, что ли? Нет, просто на 10 минут кидаю. Нахера? Чем? Просто. Ради общего развития и своей внимательности. Хорошо. А можно тогда мне 30-минутную для усугубления ситуации с развитием моим? Если это для развития 10-минутная. Нет, пожалуйста, я хочу 30-минутную, пожалуйста. Паузер, ты тут? Да. Ну, это фейс-утро поставь. Бери, бери, бери это, моба. Пауза. Беру. Что-то меня не спас просто. Орёк по нём пару раз, суки. Я только замахиваюсь дубиной, а в него уже летит всё, что хотят. Прикастер нереально получается. Мы тебе помогаем, бро. Это за что у меня? За всё поганы. Так, вопрос нескромный. Привет у всех вынесен? Хилов? Или у нас только бойца будет хилить? Так. Для твоих пас. Фил масса. Тебе. Баблы, бабы, в пета приветствуются. Да, ты уверен, что ты выхилишь один? За мастер. Не надо здесь курбая. Ох, снес реально миликов нет. Хороший рейд. Кажется, самое время на кота зайти. Если миликов нет. Свои хуляры. Руки падают. Так, надо же зачариться там, да, все эти дела. Оп. Не хайповую фласочку купить. Кран танки это будет тяжело, наверное. Потому что у нас RNG, она будет по-любому таунтиться на всех. А из миликов никто не поможет, потому что их нет просто. А может лучше в 2 все-таки, но на всякий случай. Дебса у нас так хватит. Фобус, на пулю босса погадай. Не, ну босса я, конечно, на пулю без проблем. Еще вагон, я не помню, где мой МК, блядь. Я что, тебя брал сюда? Так он фаер. Фаер не берут МК. У него было вчера. А, или берут фаеры, да, есть реально. А я что-то не видел. Как это, ты кому? Да это байер, как бы, он вообще не должен стоять где-нибудь. О, он пускай бьет, просто, типа, мы же не... Вы овергири. Так, каска 7 минут устала. Да похуй, погнали. Я люблю его, почему нельзя 30 минут дать? А, ты кому-то не... А, блядь, рыбу же не поставили. Ух, рыба это вкусно будет. Вам какую? Вот. Православную, пожалуйста. 30 минут нету, да?
Спец. Плюс, кстати, продвижно. Да, кризис просто, поэтому 10 минут иду. Мы за 7 минут успеем босс убить? Да. Отлично. А на ком МК? На Ване? Не на ком. На лук кидай. Хотя, блядь, тебе и сальву надо будет кидать. Ты ж боссы сорвешь нахуй. Но тут же есть. Не будем сильно улетать, скажем так. Давайте я бомжарскую фласку выпью, этот алкашный. Всё. Тогда я сейчас скажу, когда пуляю. Ну и когда пьем. Киллмастеру да. Дайте эту херню. Давал. Куда ей ведь меня? Эти. Да, давай, поехали. Я сожгу, когда босс закончится. Скай, скай, скай. Так, мы что-то близко стоим очень. Друг дружечки. Нет, уйди от меня. Почему за мной? Заберите ее, пожалуйста. Короче, Мирь повел ее. А нет, не повел, Мирь. Не, ну да, конечно, без миликов тяжко. Сейчас. Нет, собака моя любимая. Пизда моей собаки. Я вам так скажу, я звезды бить не могу. Пока вы... я кастую, вы ее уж убиваете. Паня, какая проблема, блин. Проблема рабочая, скажем так. Че там по агро на боссе нормально все? 400 сейчас надо финансиру успеть дать со льву. Сука, ни одно. Вот сейчас успею. Вот так, а че как-то у нас. А, она назад понял. Успел. Давайте по искрам активно. А почему искры умирают практически тогда, когда следующая выходит? Не, тебе спортивно скажу так. Он посмотрит. Well. Ну почему, блядь, на меня она идет? Не знаю, я тоже хочу знать. Ой, блин, ураба! Я тоже. Там следующий. На пуль босса через 6 секунд. А не бью пока что искр. Ты пинас, не бей этого босса. На пуль босса. Ребят. Столкните вот боссы. Поэтому у нас. А я не напугаю, там слишком много, трита. Никакой напуг не поможет. Через 10 секунд еще раз напуг. Ти кнопки тыкаю и я, блин. Чупа ляг. Я забыл дать МК кому-то. Кому-то. Пиздец, ты чем вообще слушаешь? А? Я пью просто, извините, пожалуйста. Поискрим, ребятки. Это пиздец. Такое отношение, это не, вообще очень красиво. Да ладно, хер с ним, с этим замка, тут и так проблема. Вот, опа. Со мной? Да нет. Простите меня, пожалуйста. Пожалуйста, не страшно, все будет хорошо. Блять, забыл ману сжечь. Будет это. Блять. Я уже стал. Так кому кинуть, расскажите. Давай не куки, да, или я не знаю, кому-то. Хорошо. Теперь вот. Или пени. Или кун хочешь. Можешь мне. Ой. А как ты скинул, сука, ага? Расколом. Не, я пинанс. Я даже не знаю вообще. А тушку, когда уходит, не сбрасывается агро? Нет, но копится в два раза больше даже. Ого. А это как его называется?
Поставили. Пал Рокшан. Кто там заказывал? Боёк. Взорвляем байка. А, ты чё с бойца группе напишешь? Чё, пробегаем по стандарту, да? Тебе плечи эти не надо? Чё за плечи? Плечи дракона, это вообще крутые плечи. Боёк, а ты 4 куска да будешь собирать? О, эти плохие. Я чё скинул тебе? Всё, можно уходить. Хорошо. Давай, до свидания. Да, в смысле, баба. Хуя потом, блядь, боёк покидает группу, боёк покидает гильдию. Жизнь удалась, блядь. С ней переиграю, да? Не, парни, хорошо идем, нормально, нормально. Давай, что, что? Два часа первый босс. Очень хорошо. Иди сюда, что стоит. Давай. Я хрумку печенька. Заступник. А тут такими темпами хил посидеют. Че, СС и дали? Не надо таких СС, бей череп. Не-не, он профессионал. По тебе спорту будет сейчас. Обос на пол? Каш. Обновляемые доты не кидайте пока что. Ой, Катон странно к нам подходит. Так потихонечку. Здорово, не поймали, случайно. Верха. Чой? Рэнч, получается. Скоро СК выйдет. А вот СК надо сразу убить. Стану в нее. Стоять на месте. Корова на патруле. Иска, ну пизда нам. Да не, убить, 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 я просто. Да искра. Тебе спорт. Нет, у меня отойдут и висело просто, и сразу в точку прыгнул. Это неприятно. Так, это вам пизда, Нет. Не, пойди, пойди. Мы до козла так не дойдем сразу. Если мы сейчас просто побежим. Мы сегодня доходили. Ну, только да. На змеев надо запиздить. Забирай, говно. Сейчас дальних возьму. Змеиедов. Мама. Наверное, по добру, по здорову сюда подняться, наверное. Лифпин. Поднимайте. Идет патруль. Ля-ля-ля, ползу черви. Ты глянь, как уехал. Чего? А? Да я бухую уже. Пошлите быстрее. Аспект. А, нет, не успеем. Вы можете назад идти. Да не, вот здесь можно встать. Нет. 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 Уже, блядь, сколько КД вы тут постояли и спулили с этого. Босса. Уже бодав спулил. Я мастер. Ранее, тут я и с собой вместе бежал. Я мастер. Зазевался? Не, ну я смотрел по последнему, типа, что я сделал. Типа, либо я, либо сова. Либо ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эск. Просто профит мне, чтобы он меня же ударил, чем сову, которая больше должна. Все, Реди, печусь. Сердце болит, зареет. Сера. Иска, иска. Так. Так, сейчас, секундочку. Иска. Достану.